рад видеть тех, кто в аудитории. Приятно говорить не пустым столом, а людям. Поэтому вам большое спасибо, что пришли. Значит, зовут меня Лохтуров Вячеслав Александрович. Вот, обращаться можно Вячеслав Александрович, как удобно, как привыкли. Я работаю инженером в МБТУ имени Баумана, bmstu.ru, соответственно, наш домен. Ну, дружественное подразделение ведет этот сайт в том числе. И если у кого-то есть племянники, дети и думают, куда поступить, в какой технический вуз, я горячо рекламирую свою альма-матер, которую в свое время закончил. Учиться тяжело, но если ребенок не вылетит, сумеет продержаться, то выпустят его инженером. Вот. Никогда не слышал, чтобы где-то там за деньги зачет кто-то сдал и так далее. Все как бы очень серьезно. Так, ну, как ни странно, не преподаю я в университете, потому что студенты люди, дети еще, и чтобы им преподавать, надо еще и педагогическими способностями обладать. Вот, пока их нет. Я преподаю взрослым людям за деньги в прекрасном компьютерном центре «Специалист». И сегодня у нас с вами будет вебинар, посвященный системе, которую я как инженер в университете эксплуатирую. Это «Астериск». Вот. Но на самом деле, честно говоря, вебинар не про «Астериск», потому что это на самом деле что-то такое, как бы, рекламная замануха. На самом деле вебинар будет про то, как оформить в виде отказа устойчивого решения любой сервис. Просто Астериск будет как бы хороший пример, который можно показать. Вот. Поэтому любой сервис можно так оформить, и файловый сервер, и веб-сервер, и там, любые сервисы, которые вам нужно, значит, сделать отказа устойчивым. Заниматься мы будем вот по этому методическому пособию. Значит, bmstu.ru – это домен и основной работы, Вал – это Вячеслав Александрович, то есть я, Вики, формат Википедии, соответственно, он. Ну и вот я открыл на закладке эту методичку. Она является как методичкой, так и справочным материалом, которым пользуюсь я, вот некоторые товарищи мои, некоторые слушатели пользуются. И мы с вами, значит, тогда откроем план действий вебинара. Значит, находится он в разделе «Материалы по методике чтения курсов». Я стараюсь все делать воспроизводимым. То есть буду рад, если вы сможете это дома повторить и написать там какие-то отзывы, там, пожелания и так далее. Вот. Поэтому в «Материалах по методике чтения курсов» в разделе «Вебинары» имеется вот очередной вебинар. Можете, кстати, посмотреть вебинары, которые были. Вот. Разрабатываемые вебинары здесь появляются. Но мы заходим на «Астериск» в отказоустойчивой конфигурации. Значит, еще раз повторю, что вебинар не про «Астериск», а реклама вот этого курса, который у нас давно существует, уже более 1000 человек его прослушало. Курс постоянно модифицируется, добавляются новые темы, новые направления. Вот, и у нас фактически будет такой кусочек вот этого курса «Отказоустойчивые кластерные решения». Значит, в университете, честно говоря, большинство решений этого курса не используется, потому что у нас используются коммерческие решения, дорогие, мы ими пользуемся довольно очень, но стоят они дорого. И вот у меня появляется возможность как бы, ну, не то что сравнивать. Значит, я никогда не говорю, что коммерческое плохо, там, open source хорошо или наоборот. Все имеет свои достоинства и недостатки. Вот если бы у нас не было бы коммерческих решений, ну, в сферу мы используем, то не исключено, что некоторые бы вещи мы делали вот таким вот образом. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, насколько это, значит, выглядит решабельно. Так, значит, чтобы это воспроизвести дома, начнем мы с того, что изучим, какая у нас с вами сеть. Это же вы можете сделать дома. Значит, в командной строке можно набрать команду ipconfig и увидеть, что у нас используется сеть с адресом 10.5.7. Вот вокруг этой сети мы будем прыгать. Дома у вас, скорее всего, какой-нибудь 192.168.1, там, Wi-Fi роутер и так далее. Вам надо будет аккуратно в лабораторной работе все эти IP-адреса заменить.
Значит, узнав сеть, мы с вами сейчас развернем узлы нашей отказоустойчивой системы. Чтобы их развернуть, наверное, стоит сначала нарисовать схему стенда. Вот одна из хороших сторон Bauman'ки всегда начали, что сначала техническое задание. Человек не должен прибегать и говорить, так, давайте делать срочно, все бросайте. Значит, у нас имеется локальная сеть предприятия с адресацией, ну, я запишу нашу 10.5.7.0, сеть класса C. Соответственно, мы сейчас в эту сеть предприятия добавим слово «отказоустойчивый», подразумевает, что должна быть избыточность. Да? У нас с вами будет два узла, ноде 1 и ноде 2. И если так вспомнить домашние сети, то, скорее всего, какие-нибудь старшие адреса можно безбоязненно использовать. Я вот заготовил вот такие адреса. 114 адрес из этой сети будет у первого узла и 214 у второго узла. Разворачивать сеть дома можно на железных компьютерах, что неразумно, а можно воспользоваться виртуализацией. На занятиях мы активно пользуемся VirtualBox, вот ссылка на него. Еще раз, его сфера, вот здесь VirtualBox. Вот. Ну, а значит, для использования я буду для разворачивания использовать образы, готовые уже, и некоторые пишут потом в письмах, где взять образ. Вот ссылка на этот образ будущей системы, и, соответственно, я их разворачиваю. Ну, я оставлю то, что здесь осталось от предыдущих занятий, и просто добавлю сюда. А у вас, скорее всего, это окошко будет пустым. Так, значит, у меня это уже скопировано в каталог Distors, и я импортирую системы. Значит, сразу даю им правильные имена, чтобы, значит, вот это будет первый узел, запуская процесс импорта. Так, ну да, да, некоторые действия будут занимать время. Я как бы еще раз делаю так специально, чтобы все это можно было воспроизвести, то есть каких-то готовых заранее подложенных файлов конфигурации не будет, все можно будет произвести с помощью методического пособия. И тут же импортирую второй узел. Так, на каталоге Distors. Используем Debian. Иногда спрашивают, почему Debian. Настолько часто задают вопрос, какой дистрибутив выбрать, что я написал статью небольшую под провокационным названием «Какой дистрибутив Linux самый лучший?» Вот просто так вот раз и ответил на вопрос. Вот, ссылку на эту статью, если успею, покажу. Если не успею, найдите. Еще о себе, значит, вот из этого URL получается адрес моей почты. Это почта моя основной работы. Ну и точно такая же почта имеется в домене специалист.ру. Можете писать на любую. Почту я читаю в онлайне, можно сказать, только ночью не читаю. Так что обязательно прочитаю и что-нибудь напишу. По настройкам не будем ничего добавлять, никаких ресурсов узлам. Значит, для наших задач вполне достаточно. Просто включаем сетевой адаптер. Ну и еще, поскольку это все у нас прямо внутри домашней сети, то подключаем сетевым мостом наши виртуальные системы. Ну и поскольку импортируется это из готового образа, то надо перегенерировать MAC-адрес. Вот у нас первый узел запускаем. И, соответственно, также подключаем к сети наш будущий второй узел, также перегенерируем MAC-адрес и также его запускаем. Значит, поможем запуститься. Если вы будете пользоваться моими образами, повторю еще раз, ничего особенного в них нет. Вы можете взять просто Debian, загрузить его с сайта, установить и так далее. Но если пользуетесь моими образами, то там разблокирована вот эта вот неправильная учетная запись, которой никогда не надо пользоваться в работе, да, настоящей. И, соответственно, к этой учетной записи не менее неправильный пароль. Вот такой вот, P большая, два знака доллара. И сейчас я этой учетной записью подключаюсь к узлам, чтобы провести их предварительную конфигурацию. Значит, ну, чтобы было удобнее, сразу же настрою IP-адрес, который задумал в техническом задании, значит, какой там у нас был адрес? 10, 5, 7,
114, правильно? Устаревшая команда ifconfig. На курсах мы учим новым командам в Linux. Это команда из пакета ip-root 2. Вот. Ну, ifconfig удобен тем, что она старенькая и сразу настраивает и IP-адрес, и поднимает интерфейс. И сразу подключусь я PuTTY. PuTTY сразу же создам сессию. Значит, нода 1, 10, 5, 7. 114. Сохраняю. И так, секунда, не туда. И на вопрос, а можно ли подключаться рутом, дам ответ. Никогда не работайте учетной записью рут ни в одной настоящей системе. Только у нас на курсах, чтобы не набирать команду sudo, это разрешено. Также разрешено и подключаться по протоколу SSH. На предприятии так делать не надо. Ладно, значит, конфигурация. Значит, все файлы конфигурации вы можете найти в методическом пособии. И вот базовая конфигурация узлов, значит, я ее сейчас буду осуществлять. Значит, 4 главных файла конфигурации, а вы мне помогаете, смотрите, все ли правильно. Значит, первый файл – это системы. Следующий файл, который часто забывают редактировать – предтеча DNS, значит, вот реклама VI, да, удаляю содержимое файла. Значит, в этом файле обязательно должно быть две записи, а у нас, поскольку будет два узла, то будет три записи. Три записи, и в этом отношении DNS нам будет не нужен. Значит, смотрите, ТЗ, да, ноде 2 имеет такой IP-адрес, ноде 1 такой-то адрес. Так, это файл hosts. Дальше, значит, для того, чтобы устанавливать ПО, мы будем устанавливать его реально из интернета. Нам понадобится настоящий DNS. Вот, и настоящий DNS вы можете увидеть, кто у вас работает DNS-сервером, добавить вот сюда вот ключ пол. Вот здесь будет в списке DNS-сервер. Видите, 154. Так, и, соответственно, я уже заготовил методичку под эту сеть и сохраняю. Ну и самый главный файл – это etc network interfaces в моем образе, который адаптирован под курсы, такая большая рыба, которую я стираю. И, значит, согласно техническому заданию, у нас у первого узла должен быть вот такой вот IP-адрес. Значит, я сейчас перезагружу образ, хотя это совершенно не нужно в мире Unix. Значит, дело в том, что в этом на семинаре и на этом курсе мы очень часто узлы перезагружаем, останавливаем, и хочется быть уверенным, что если что-то не запустилось, то не потому, что значит, была ошибка в какой-то базовой конфигурации, а потому что, значит, что-то еще было. Поэтому, еще раз, не обязательно, но я образ перезагружу. Значит, вот он перезагружается, и я снова к нему подключаюсь. Вот один из слушателей однажды мне сказал: Вячеслав, а в PuTTY появилось меню сессии. Это здорово, мне сэкономило время, потому что раньше этого меню не было, и я про него не знал. Так, что мы делаем дальше? Поскольку у нас с вами будет два узла, очень много действий на этих узлах будет выполняться одновременно. Чтобы сэкономить еще время, я сейчас настрою связь между узлами по протоколу SSH. Так, ну сначала на первом узле проверю, что там интернет у нас появился или нет. Сразу же это сделаю, пытаясь синхронизировать репозиторий, из которого мы будем ставить программное обеспечение. Так, ну и тут же генерирую пару ключей для пользователя root. И с помощью этих ключей он будет подключаться с первого узла на второй узел. Правда, чтобы подключиться на второй узел, на втором узле, то также надо... Точно так же надо 10, 5, 7. Какой там был? По-моему, 214, да, адрес. Так, опять же, старенькая команда ifconfig сразу же поднимает интерфейс, поэтому можно попробовать скопировать ssh-copy-id на второй узел, ключ. И теперь легко будет подключаться с первого узла на второй. Ну, вот сейчас увидите, для чего это сделано. Смотрите, на втором узле вот эти 4 файла будут практически идентичны. Я сейчас вот таким вот махом их все туда перекопировал, да, командой scp.
Теперь можно подключиться к узлу 2 и поправить, что будет отличаться на узле 2. Ну, во-первых, будет отличаться postname. Значит, это будет не узел 1, а узел 2. Вот, во-вторых, будет отличаться IP-адрес. Network Interfaces. Какой у него IP-адрес? У него IP-адрес 214. Вот базовая конфигурация практически готова. Дайте я посмотрю тут еще. Я всячески старался сократить количество нажатий на клавиши. Вот. Ну, главное не торопиться. Значит, перезагружаю второй узел так же, как первый. Вот я потерял с ним связь. И тут же открою еще одно окно SSH клиента Putty. Значит, иногда какие-то действия надо будет выполнять в двух окнах. И, соответственно, сейчас я дождусь, когда он запустится, и подключусь к нему. Так, вроде готов. Так, ну здесь главное не торопиться. И мы с вами, да, и apt-update запускаю также на втором узле. Синхронизирую репозиторий и проверяю, все ли в порядке с интернетом. Ну что, шаг второй выполнен. Вот у нас с вами два узла появилось. Теперь, что за реализация отказа устойчивости? Вот в этом курсе рассматриваются очень много решений. Например, могло быть решение, заключающееся в том, что на каждом узле работает астериск, вот, и, соответственно, или, например, на одном работает астериск, на втором он находится в резерве, и каким-то образом осуществляется синхронизация файлов конфигурации. Значит, там и rsync, и csync, и ansible просматриваются, много-много-много решений. Мы рассмотрим решение одной из них. Оно заключается в том, что на этих узлах на жестком диске выделяется раздел или добавляется еще один диск, и с помощью решения DRBD происходит онлайн-синхронизация на уровне блоков данных. То есть некий раздел, можно такое слово вульгарно, зеркалируется на вторую машину. И все, что у нас будет происходить на одном узле, будет зеркалироваться на второй узел. Поэтому первый компонент, который будет нашей архитектурой определяться, это сервис DRBD. Ну и здесь получается, что в образе места для свободного раздела на диске нету. И я сейчас продемонстрирую, как в VirtualBox добавить еще один раздел. И мы это с вами выполняем. Значит, вот оно у нас останавливается. Заходим в настройки узла, заходим в носители, добавляем еще один жесткий диск. Все по умолчанию, значит, то, что она предлагает, вполне нас устроит. Вот первый узел добавили еще один жесткий диск. Точно так же добавляем еще один жесткий диск во второй узел. Значит, носители, контроллер, добавить новый жесткий диск. И никаких, да, пускай будет динамический. Кто пойдет на курсы виртуализации, узнает, что не надо использовать динамические диски. Там, почему их иногда используют. Ну вот, мы с вами возвращаемся на наши узлы. Так, значит, перезапускаю сессию. Так, подключаюсь как пользователь root, пароль, паспорт. И к узлу 2 то же самое. Сразу же восстанавливаю. Ну, еще не запустился, сейчас запустится. Так, root, паспорт. Так, сервис DRBD. Очень кратко. Вот курс у нас 24 часа длится, а я должен успеть за 45 минут. Поэтому как проверить, появился новый диск или нет? Познакомьтесь. Вот она инструкция LSHV. Одна из инструкций, которая позволяет это сделать. Соответственно, на первом узле можно увидеть, что имеются дисковые устройства. SDA – это то, что у нас с вами было с самого начала. SDB – соответственно, новое устройство. И вот, например, вот такой командой можно видеть тот же результат на узле 2. Видите, скопированный ключ позволяет это делать, не вводя логинов и паролей, видим SDB. Значит, новый диск мы примонтируем к каталогу диск 2. Опять, ну, традиционно так получилось, что вот диск 2 называется каталог. Вот, поэтому, значит, сейчас я окошки распространю, поудобнее. Так, далее, на оба узла устанавливаем сам драйвер DRBD, вот распределенного этого дискового хранилища уже в ядре есть, и мы фактически вот в той
поставки, которые Debian предлагает, мы фактически устанавливаем только утилиты для администрирования DRBD, поэтому никакой компиляции там или загрузки модулей не будет. Вот, будут установлены только утилиты. Так, ну и, соответственно, опять же, очень кратко, узлы, используемые DRBD, по умолчанию ждут друг друга бесконечно, и это, конечно, превращает систему не то что не в отказоустойчивую, а в систему, в которой вероятность отказа какая будет? Произведение, да? Хоть один узел вышел из строя, все, уже кластер не грузится. Поэтому мы укажем, что время ожидания узлами друг друга будет 30 секунд. И вот опять частый прием, смотрите, теперь я эту конфигурацию тут же не забываю продублировать на второй узел. Значит, имеются средства автоматизации, позволяющие все это делать. Вот они как раз в том курсе, который я рекламирую, рассказываются. Ну и, собственно, сам ресурс будет описан отдельным файлом конфигурации. DRBD позволяет разбить конфигурацию на множество файлов. Ну, такой типичный дебианский подход. Иногда думаешь, интересно, где это настроено, какой из этой прорвы файлов, вот это сказано. Значит, сохраняю. Да, ну что здесь написано? Что узнаете наш диск, да, SDB? На каком узле он работает, узнаете, да? Будет представлен как ресурс вот с таким вот названием. Все, что мы будем писать сюда, тут же будет попадать вот на диск на другом узле. Ну и наоборот. Смонтирован, сразу скажу, раздел будет на каком-то из одном из узлов. Значит, кластерные файловые системы у нас с вами не будут. Только с использованием их можно на обоих узлах сразу смонтировать на запись, на чтение записи ресурса. Так, копирую на второй узел. Вот уже ошибка, да, 0 и 2. Так, ну и опять же, кратко, потому что все подробно в курсе, либо в документации очень много по нашему направлению статей, все это можно почитать. Вот я постараюсь вам рабочую конфигурацию дать. Значит, создаем, инициализируем этот ресурс на обоих узлах. На обоих узлах. Так, далее, значит, на первом только узле говорим, что сейчас этот раздел будет мастером на первом узле. Так, где наш первый узел? Вот он, первый узел, да? Так, вот я расположу, что это. Так, он будет у нас мастером. И, смотрите, на втором узле можно сразу же посмотреть состояние. Ну, вот такая вот команда есть, вот, состояние раздела. Так, подождите. Да, уже забыл, уже пропустил команду. Сервис надо запустить. Ох, торопиться не надо, когда рассказываешь. Причем это сделать надо на обоих узлах синхронно. Вот оно запустилось. Теперь я еще раз повторю эту команду. Может быть, надо, может, не надо. Не буду проверять. Так, значит, просто запущу. Ты у нас в primary для ресурса R0. Вот, и на втором узле попробую показать. Да, вот видите, синхронизация пошла. Значит, она будет идти медленно. Я, честно говоря, как-то подумал, может ее ускорить, но потом понял, что, в принципе, для занятия это не обязательно. Ну и вот команда watch позволяет некую инструкцию выполнять последовательно с некой периодичностью, и вот эту красивую стрелочку можно наблюдать. Самое главное, что можно, не дожидаясь синхронизации, на первом узле уже все делать. Что надо делать на первом узле? У нас имеется раздел, который надо что сделать? Отформатировать, да? Что делает МКФС? Вот, смотрите, мы не SDB форматируем, видите, а вот такой вот раздел. Потому что, работая с этим вот устройством, все, что мы туда будем писать, будет попадать на второй узел. Поэтому я, соответственно, создаю файловую систему на устройстве DRBD0 и копия ее тут же, не копия, а все измененные блоки тут же попадают на второй раздел. Вот видите, синхронизация идет. Дальше что мы должны сделать с разделом? Ну, с флешкой, да? Смонтировать ее должны, правильно, да? Так, и тут мы подходим ко второму компоненту нашего решения. Значит,
DRBD позволяет некий раздел синхронизировать. Все, что будет писаться в каталог Data 2, будет также передаваться на узел 2. И можно на узле 2 смонтировать этот раздел потом в случае крэша первого узла на чтение записи. Все данные сохранятся. А второе условие нашего вебинара. Мы с вами будем использовать Linux-контейнер для того, чтобы задумываться о тиражировании файлов конфигурации. Вот вспомните, я сейчас на одном узле что-то сделал, не забыл скопировать на второй узел. Помните, да? Если же мы оформим нашу задачу в виде контейнера, который будет сохранен вот в этом зеркалируемом разделе, то мы все действия будем выполнять на первом узле, а на второй они будут копироваться благодаря чему? Благодаря DRBD. Да? Поэтому мы с вами сейчас установим на оба узла поддержку Linux-контейнеров. Вот я ставлю, значит. Я тут себе пометил рассказать, что такое Linux-контейнеры. Ну, наверное, я вам это оставлю как самостоятельную задачу. Значит, это один из вариантов виртуализации. Иногда ее называют еще легкой виртуализацией. Вот. Ну, в двух словах заключается в том, что все виртуальные машины используют общее ядро, но изолированы друг от друга в пространстве дисковых операций, в пространстве процессов, в пространстве памяти. Вот. То есть можно считать, что у нас будет много Linux-ов, но они будут использовать общее ядро. Так, значит, устанавливается Linux-контейнер, опять же, интегрированный в ядро, поэтому мы с вами установили фактически оснастку. Linux-контейнер – это стандарт, который в большинстве дистрибутивов есть. И вот теперь, как загнать Linux-контейнеры в DRBD? Вот одно из таких Unix-решений заключается в том, что мы удаляем каталог, где Linux-контейнеры ожидают видеть виртуалки. Вот они здесь привыкли работать с виртуалками. А вместо этого что создаем? Link. Вот это будет привычный для Linux-контейнеров каталог, который на самом деле куда будет указывать? На диск 2, который вот фактически там смонтирован. Поэтому, значит, на обоих узлах мы выполняем вот это вот действие. Значит, я удаляю каталог, который ожидает использовать Linux-контейнер. И на обоих узлах создаю линк, который будет указывать на диск 2. Заметьте, что на узле 2 сейчас диска 2 не смонтировано. Этот линк повиснет в воздухе и никуда не будет указывать. Когда на узле 2 будет смонтирован зеркалируемый раздел, тогда линк будет указывать в нормальный каталог. Ну, на самом деле и на первом узле линк пока что подвис, потому что он ссылается на несуществующий каталог. И вот я, собственно, создаю. Пока что никаких контейнеров нет. И вот самые длинные процессы, я даже вот задумывался, как мне скомпоновать методичку, как мне провести вебинар, чтобы не тратить на это очень много времени. Ну, сейчас посмотрим, что получится. Значит, сейчас произойдет загрузка из интернета образа еще одного. Это будет загружен образ Debian, он будет небольшой. Называться он будет просто сервер. Я поскорее нажму на Enter, потому что занимает это очень долго времени. Ну вот я даже себе подписал. Значит, в самом удачном случае это заняло 6 минут. Значит, во всех остальных это крутилось больше 10 минут. Опять же, кому интересно, себе там на подкорку запишите. Вы можете измерить время работы любой команды. Вот такой вот utility time. Очень удобно. Так, и вот пока образ загружается, фактически у нас идут два длинных процесса. Значит, создается образ нашего Linux-контейнера, вот фактически вот сюда вот копируется куча файлов. Второй длительный процесс у нас продолжается на узле 2. Вот видите, но он, правда, уже почти заканчивается, да, то есть здесь синхронизация. Поэтому мне придется, чтобы время сэкономить, перейти дальше. Значит, когда у нас этот Linux-контейнер и DRBD появится, нужен будет механизм, который будет перекидывать все это хозяйство с узла на узел. Одним из старейших механизмов, которые для этого используются, и он, в принципе, упоминается очень кратко в курсе, который я рекламирую, это механизм Heartbeat, так вот он назывался. Сегодня на место Heartbeat пришла новая
реализация, которая называется Pacemaker Karasing. Я, значит, Pacemaker не буду здесь каракули писать, потому что мы с вами увидим. И вот пока у нас Linux-контейнер ставится из интернета, мы с вами вот этот третий компонент сейчас также к нашим узлам добавим. Поэтому перепрыгиваем на тему 12 и 13. Значит, Pacemaker Karasing, третий компонент, состоит из двух компонентов. Первый компонент отвечает за связь между узлами. Для того, чтобы узлы могли наблюдать друг за другом, определять состояние друг друга, значит, имеется пакет, который называется Karasing. Опять же, мы очень коротко будем говорить про его конфигурацию, потому что у нас всего 45 минут, а не 24 часа, как на курсе. И вот этот пакет Karasing я сейчас на оба узла установлю и настрою взаимодействие между узлами, значит, закладывая фундамент будущей отказоустойчивой кластерной системы. Значит, ну, не должен этот пакет долго ставиться, давайте дождемся. Так, то есть Karasing, ну, само слово Kara, видимо, круто, Sync – это что? Синхронизация, да? То есть крутая синхронизация информации между узлами. Значит, файл конфигурации я настрою минимально. Значит, здесь имеется такое понятие, как тотем. Тотем – это вот объединение узлов или кольцо ресурсов, вот так они это переводят. Значит, я скажу, что у меня кольца особого не будет. У меня все ресурсы будут объединяться в сети. Вот я указываю бинд-адрес. Какая у нас сеть с вами должна быть? Должна быть сеть 10, 5, 7, 0. Вот такая вот сеть. Ну, а для связи узлов будет использоваться мультикаст. Опять только на каких-нибудь крутых курсах Cisco рассказывает, что такое мультикаст, вот как он используется и как он работает. Ну, вот здесь мы просто укажем, что вот такой вот IP-адрес 14 будет использоваться для связи узлов друг с другом. И точно такой же файл конфигурации нужно создать на узле 2. То есть в данном случае здесь ну, настоящая отказоустойчивость. Абсолютно симметричные узлы. Вот. И если все хорошо, то после рестарта сервиса Karasing на обоих узлах мы должны с помощью отладочных инструкций Karasing увидеть, что узлы, простите за тавтологию, друг друга увидели. Значит, это достигается с помощью команды Karasing, значит, не буду произносить ее название, вот, покажу результат, да, как она работает. Так, вот у меня. Так, это не то. Так, ну ладно, здесь. Windows 10. Так, смотрим. Смотрите, она говорит, что членами кластерной конфигурации являются вот такие узлы. Значит, ну и, соответственно, мы здесь явно видим два наших узла. Видите, да? То есть IP-адреса присутствуют. То есть клей, связь между узлами готова, а вот управлять ресурсами, а именно говорить, смонтируй BRBD на этом вот узле, запусти контейнер на этом узле, будет утилита с миролюбивым названием Pacemaker, да, как переводится Pacemaker, ну, видимо, миротворец, да, то есть он решает, на каком узле что будет запущено, и все остаются довольными, умиротворенными. Значит, то же самое делаю на втором узле. Значит, устанавливаю пакет. Значит, он побольше, но тоже надеюсь, что не очень долго, не очень много времени займет. И мы, может быть, даже уложимся. Ну, скорее всего, не. Мои вебинары никогда не бывают по 45 минут. Всегда хочется что-нибудь рассказать зубодробительное, поэтому будет так, как есть. Давайте. Так, значит, оно ставится, что там у нас с системой. Да, вот Linux-контейнер у нас устанавливается, значит, ПО устанавливается, все идет, на узел 2 уже установился. Так, ну что, тогда продолжаю. Значит, сам пакет Pacemaker с помощью Karasing будет управлять ресурсами кластера и в том числе управлять конфигурацией кластера, то есть он буквально будет распространять конфигурацию по всем узлам нашим,
И забавно то, что самой конфигурацией мы можем управлять, например, на одном узле. Поэтому я сейчас, дождавшись установки пейсмейкера, теперь уже хочу через пейсмейкер убедиться, что у меня узлы друг друга видят. Вот такая команда есть. Кластер, ресурс, менеджер, монитор. И вот видите, он говорит, да, в онлайне два узла. Видите, как всего-то чуть-чуть мы файлов поконфигурировали. Вот. А управлять конфигурацией можно через удобную утилиту Cluster Resource Manager. Она входит вот в этот пакет. И обратите внимание, что я устанавливаю его на один узел. Могу на оба установить, но не обязательно. Можно установить на один узел, всю конфигурацию собрать на одном узле, а на второй узел она будет синхронизироваться благодаря карасинку. Сама конфигурация представляет из себя такой двоичный формат суровый. И для управления используется текстовый интерфейс, сильно напоминающий Cisco интерфейс. Так, кластер ресурс менеджер я устанавливаю. Так, что у меня там с контейнером? Ничего, так вроде бы идет дело. Так, значит, и опять же, очень кратко скажу, что для двухузловой конфигурации, а PaceMaker готов работать в конфигурации с множеством узлов, там из трех узлов, мы с вами настроим рекомендуемую конфигурацию. Ну, один из элементов в двух словах. Значит, будет отключен вот этот механизм с миролюбивым названием «Застрели его в голову». Вот. И сказано, что никакого кворума не будет, поскольку кворум подразумевает больше двух участников. Кворум. Вот. Поэтому кворума не будет. Ну, а остальные подробности в курсе. А я сейчас через кластер ресурс менеджер вот эту конфигурацию настраиваю и надеюсь, что у меня там, да, ну, надеюсь, практически уже близко к надежде. Значит, вернуться-то мне надо на пятый шаг, поэтому я сейчас, значит, лишнюю консоль закрою, чтобы меньше путаницы было. И понимаю, что зря это сделал. Нет, не зря сделал. Смотрите, 8 минут, почти рекорд, да, неплохо, спасибо им. Имею возможность вернуться, значит, вот мы в этой точке остановились перед 14-м шагом, возвращаемся назад. На чем мы остановились? Остановились на том, что у нас с вами развернулся Linux, вот этот шаг, вот он, Linux-контейнер скопировался, еще одна Linux-система. Значит, поскольку эта Linux-система у нас по планам будет подключаться к сети класса, необходимо настроить так называемое бридж подключение для наших узлов. И сейчас я это сделаю. Так, значит, для этого нужно вернуться к настройке файлов интерфейсов. VPC Network Interfaces. Так, опять же, про подробно, почему и как это настраивается в курсе. А здесь вот он файл конфигурации. Значит, грубо говоря, настраивается интерфейс Bridge 0, а Ethernet 0 просто подключается к нему как один из участников. Вторым участником бриджа будет Linux контейнер. Поэтому стираю. Ну, можно было этот файл модифицировать, но поскольку я тут говорю и показываю, то так проще будет. Так, и то же самое делаем на втором узле. Где-то Network Interfaces. Так, тот же файл скопирую, но не забуду, что поправить. IP-адрес, да, надо поправить. Так, ну и еще немножко фич. Значит, сам Linux-контейнер будет выступать третьим участником. Шестой пункт можно настроить. Значит, он будет выступать третьим участником, подключаться вот к этому бриджу, видите? Так, и иметь вот такой адрес, запоминайте, 123-й адрес я ему решил назначить в нашей локальной сети. Конфигурация Linux-контейнера осуществляется вот в этом вот файле. И делаю я это на первом узле, только там, где сейчас смонтирован зеркалируемый диск. В самый конец вот этого файла конфигурации добавляю настройки сети будущего контейнера. Так, кроме того, будущий контейнер содержит что-то лишнее и не содержит что-то нужное. Поэтому я знакомлю вас с командой chroot, которая сейчас запрыгнет. Вот смотрите, видите каталог какой? А мы знаем, что это на самом деле link. И я сейчас окажусь внутри зеркалируемого раздела. Могу все действия выполнять на первом узле.
на первом узле. Вот. Значит, чтобы не забыть, что я настраиваю сервер, я вот так поменяю приглашение командной строки. Ну и здесь, как в любом Linux, нужно синхронизировать ПО. Сейчас мой контейнер не запущен. Будущий контейнер использует сетевые настройки узла 1, то есть пока он не самостоятельный. Но поскольку я в CH-руте, то я обновляю его программное обеспечение будущего контейнера. Значит, вот эту утилиту надо удалить, точнее вот этот пакет, иначе он схватит динамический IP-адрес. А что же это за сервер, у которого динамический IP-адрес? И надо поставить кое-какие важные программы. Вот там 8 минут скачивался у нас дистрибутив Linux, там нет ни одного редактора, представляете, да? Пинга нету, что говорить? Что говорить про... Вот, поэтому устанавливаем. Так, ну и проверяем параметры сетевые нашего Linux-контейнера. Значит, первый файл, скорее всего, у нас настроился верно, hostname, да, сервер. Следующий файл, который часто не игнорируют администраторы, я это не советую, это файл hosts. Обязательно здесь должно быть хотя бы две записи. Одна из них должна соответствовать имени самой системы. Так, вот так вот мы сделаем. Shift-insert. Так, и третий файл, скорее всего, у нас настроился нормально. Он был взят из узла 1, да, в качестве DNS-сервера. Так, ну что, значит, теперь, чтобы у нас все вступило в силу, надо узлы не только перезапустить, а еще кое-что разрешить в виртуализации. Значит, я сейчас останавливаю оба узла. И чтобы Linux-контейнер был доступен у нас по сети, у нас же астериск там будет, помните, я уже готовлю. Вот такой Zoiper у нас будет подключаться к астериску, и, соответственно, он должен суметь подключиться к нему. Так вот, виртуализация по умолчанию это не разрешает. Сейчас я удалю вот эту запись, удалю. Так, ага. Виртуализация по умолчанию это не разрешает. Так называемые ARP-пакеты пропускаются только к виртуальным машинам, а не к тем. У нас вложенная виртуализация получается. VirtualBox, а в него вложены Linux-контейнеры. Поэтому придется вот так вот разрешить. Все, они это назвали неразборчивый режим, честно говоря, название так себе. Ну, значит, оно делает то, что надо. Наш контейнер станет доступен по сети снаружи. Так, и, собственно, запускаю, И посмотрим, все ли у нас в порядке. Так. Честно говоря, надо было бы убедиться, что диск у нас засинхронизировался, но буду надеяться, что это так. Значит, подключаюсь к узлам. Так, и сразу подключусь ко второму узлу. Так, ну, еще раз, достоинство этого занятия в том, что можно еще раз посмотреть. Очень много приходится рассказывать. Наверняка будет, значит, не сразу все понятно. Сейчас я продемонстрирую, как будет работать наш отказоустойчивый кластер вручную. А именно, нам надо на одном из узлов запустить Linux-контейнер. Поскольку он у нас проинсталлирован в раздел, зеркалируемый с помощью DRBD, то сперва мне нужно запустить на обоих узлах DRBD, причем одновременно. Теперь будет возможность посмотреть, что у нас с синхронизацией. Видите, у нас все синхронизировано. Вот. Дальше на одном из узлов я делаю мастер раздел. На первом узле буду, чтобы не путаться. Вот. Теперь у меня первый узел стал мастером. Ну, primary они называют, да? А второй узел, вот он, является secondary. Так, монтирую, соответственно. Монтирую раздел. Так, монтирую раздел. Так, и смотрю, значит, Linux-контейнеры. Вот утилиты, которые используются для работы с контейнерами. Первое, например, может сказать, покажи состояние системы сервера. Видите, система сервера найдена. Кстати, на втором узле
никакой системы сервер не будет. Прям не удержусь, покажу, что, видите, у нас же не смонтировал там зеркалируемый раздел. Дальше я в ручном режиме запускаю этот сервер. В ручном режиме, так, на каком узле? На первом узле в ручном режиме запускаю этот сервер. Так, сервер запустился. Можно посмотреть информацию о сервере. Видите его IP-адрес? Если все хорошо, то у меня этот сервер, третий уже получается, да, Linux, третий Linux должен пинговаться. Видите, да, пинг ваш. Значит, можно к этому серверу подключиться как к настоящей виртуалке, например, по SSH, но мы не будем тратить время на установку SSH, а подключимся вот таким вот образом. Значит, можно подключиться к Linux-контейнеру с того узла, на котором он запущен, вот такой вот командой. Attach. Так, я нахожусь внутри сервера. Что нужно сделать согласно нашей теме? Установить астериск. Астериск устанавливаем. И, значит, опять же, я надеюсь, что это не займет много времени, потому что занять вас сейчас уже нечем. Все, что у нас с вами можно было сделать заранее, уже сделано. Ну, пока он ставится, расскажу про конфигурацию. Значит, кто у меня учился на курсах, знает, что я люблю минимизировать файлы конфигурации. И у нас с вами будет создан один единственный SIP-канал. Буду использовать Channel SIP, реализацию про VGSIP. Приходите на курсы, я расскажу. Вот, и этот единственный телефон будет звонить по вот таким вот номерам. Значит, традиционная программа Hello World, да, будет. Вот, ну и вот такой номер у нас популярный на курсах для тестирования гарнитур, 311. Вот. Ну и, соответственно, подключу к нему софтфон, как только этот астериск установится, да. Ну, вроде бы он уже закачался, вроде бы уже ставится, так что не должно это много времени занять. Так, астериск у нас будет работать в контейнере. Ну, давайте подождем его. Да, время, смотрите, уже 45 минут прошло, но ничего не поделаешь, не получается. Вот, у меня планы по вебинарам будущим рекламным, если вот кто смотрит, какие-то идеи есть, что вам хочется посмотреть, там, на какие темы, то пишите. Так вот, ну, все вокруг астериска будут, вебинары, скорее всего, рекламные, может быть, интеграция с какими-нибудь голосовыми сервисами Яндекс в планах, или там, значит, какой-нибудь REST API, примеры. Ну, короче, если у вас какие-то идеи, пишите. Если сможем реализовать, то реализуем. Так, ну, а пока оно реализуется, покажу, что записи предыдущих вебинаров вы можете найти вот в методичке wiki.valpmstv.ru, значит, видеоуроки, вот они. Значит, здесь как рекламные вебинары, так и отдельные вырезки из занятий. Некоторые темы достаточно сложны, чтобы их давать на занятиях. Некоторые темы хочется, чтобы люди имели под руками. Ну вот, например, на первом курсе часто спрашивают: Вячеслав, а вы как компилировать ядро нам покажете или нет? Вот, я как в свое время накомпилировавшийся ядер делать это не люблю, но вот записал видеоурок. Вот, понятно, что дистрибутировать Gentoo, компиляция ядра, это одна из задач штатных. Вот, например, в Debian, кто его компилирует, мне, честно говоря, непонятно, для чего это делать. А так много других уроков. Так что смотрите, вот по астериску, например, вот такой интересный видеоурок. По Забиксу неплохие отзывы получил видеоурок. Так что вот в этом разделе можете что-нибудь интересное посмотреть. Так, астериск, мы тебя ждем, давай. Так, ну, вопрос в зал. Вот сейчас астериск установится у нас. Скажите, в Debian он будет запущен или не запущен? Угадайте с трех раз. Ну, вот. Он будет запущен, да. Второй вопрос, значит, вот, 3 минуты. Второй вопрос. А звонить уже можно или нет? Как вы думаете? Сейчас будет реклама курса «Безопасность астериск». Смотрите. Можно ли звонить, хотел бы я знать. Ну, давайте подумаем. Добавляем новый SIP-аккаунт. Где у нас сервер астериск? 10, 5, 7, 123. Помните, да?
Учетная запись есть у нас? Нет, пока не знаем учетной записи, да? Да, она не нужна, ребята. Зачем нужна учетная запись? Смотрите, набираю. Как вам это нравится? Свежевынутый из коробки астериск позволяет анонимно на него уже звонить. Приятная новость. Вот, имейте в виду. Вот. Можно было так оставить, но мы с вами конфигурацию сделаем нормальную. Ну, вернее, безопасность мы не будем проходить на этом вебинаре точно. Вот, можете посмотреть в планах лабораторных работ, курсов, как это делается. Но мы сейчас настроим конфигурацию, которая позволит тестировать, наш астериск запустился или не запустился. У нас же отказоустойчивость. Раз отказоустойчивость, у нас что будет происходить? Сбои будут происходить. Раз будут происходить сбои, мы должны суметь оценить время на восстановление, да, сбоя от сбоя. Время на восстановление от сбоев. И вот у нас такая маленькая конфигурация будет в этом деле помогать. Так. Ну что, астериск, Core Reload. Все-таки заявлен в вебинаре астериск. Вот вам и астериск. Как посмотреть, какие учетные записи у нас в Channel SIP? SIP Show Users. Вот она у нас учетная запись. Вот ее пароль, и я, наконец, подключаю софтфон честно под учетной записью 401, вот таким паролем. Вот, вот он зарегистрировался, и можно услышать традиционное приветствие. Так, все хорошо, значит, у нас с вами астериск работает. Ну, теперь продемонстрируем, как это будет работать в отказоустойчивой конфигурации. Значит, вот он у нас работает на первом узле. Вот он, видите, да, на первом узле работает. Сейчас я его перемещу вручную аккуратно на второй узел. Что для этого нужно сделать? На первом узле его надо остановить. Согласны, да? Вот я его останавливаю. Вот у нас телефон уже не может никуда подключаться, видите? Дальше, ну, можно набрать линк-инфо, увидеть. Кстати, не сразу, а чуть ли не через минуту. Вот он уже остановился, я пытаюсь отмонтировать раздел, а он говорит, так, знаешь, раздел занят. Вот, придется еще подождать, значит. Надеюсь, что предыдущие эксперименты повторятся, и, соответственно, у нас будет... Так, ну давай, родной, люди смотрят. О, отмонтировался. Теперь я здесь перевожу раздел в secondary режим. Помните, да, только на одном узле он может монтироваться. Значит, на втором узле, ну не буду показывать этот вывод, на втором узле перевожу его в primary раздел, монтирую раздел. Это я все рассказываю, что делать будет наш pacemaker. Вот я его монтирую и запускаю, на втором узле. Смотрите, теперь... У меня Linux-контейнер работает на втором узле. Вот, и произошло это почему? Потому что DRBD синхронизировал все данные, которые Asterisk хранил на зеркалируемом разделе. Значит, наш IP-телефон уже зарегистрировался, можно уже звонить. Вот. То есть, в принципе, можно рассматривать вот на этом этапе, у нас горячий резерв, да, появился такой. То есть можно руками передвинуть виртуалку на другую машину, но, конечно, мы с вами хотим, чтобы это делалось автоматически. Значит, неприятным сюрпризом для меня было то, что Linux-контейнеры в 9-м стенде немножко поломаны, а именно они не могут быть остановлены с помощью systemd. Да, в Debian используется systemd, великий и ужасный. Вот, соответственно, на каком-то форуме какой-то умный человек подсказал решение. Оно заключается вот в таких вот мутных инструкциях. То есть мы в систему systemd добавляем файл конфигурации, который хранит... ну, вот у нас есть основы администрирования. Там рассказывается, что такое сигнал. И, в принципе, можно понять, что там такое. Значит, вот в этом вот файле описывается, каким сигналом будет останавливаться Linux-контейнер. Но еще раз, выглядит как такой хак, в принципе, и имеется. Я надеюсь, что в новых версиях Debian
или ну, там, каких-нибудь Ubuntu, это дело сразу из коробки починено. Да, и вот этот файл надо не забыть, соответственно, скопировать. Так, теперь проверю, как у меня systemd управляет Linux-контейнером. Смотрю, инфо. Сервер остановлен. С помощью systemd запускаю Linux-контейнер-сервер. Вот она инструкция. Смотрю, видите, запущен. Соответственно, клиенты должны его увидеть. Вот они увидели. Ну, честно говоря, может быть, надо было показать, как он отвалился. Так, ну а самое главное, что он должен с помощью systemd останавливаться. Systemd останавливаться. Ну, как, например, останавливается. Так, пинг. Все, нет никакого пинга. Телефоны отвалились. Ну что, теперь... Время-то у нас вышло, но мы уже 12-й шаг сделали, смотрите. Пакет Karasynk мы уже с вами установили, настроили узлы, они теперь видят друг друга. Пакет Pacemaker мы с вами тоже установили, и можно даже увидеть на первом, ну, можно вот такой вот командой CRM-Mons, на любом узле можно увидеть, что наши узлы, хочу увидеть. Оба узла у нас в чем, видите, в онлайне, да? Так, и мы можем перейти к 14-му шагу. Управление местоположением контейнера с помощью Pacemaker. Значит, на втором узле, насколько я помню, у нас виртуалка остановлена. И я могу, соответственно, все заставить делать Pacemaker. Смотрите, я все, что делал руками, убираю, отмонтирую каталог. Значит, убираю primary ресурс на втором узле. Значит, на обоих узлах останавливают РБД, то есть все, что делалось руками, все должно теперь будет делаться автоматически. Значит, вот я это делаю. Что еще? Значит, при отработке лабораторной работы все повалилось с непонятными ошибками. Значит, Google не показало, что не установился пакет, который позволяет мониторить, кто занял файловую систему, утилита FUSER, этот пакет, вот, эта утилита входит вот в этот пакет, надо его на оба узла установить. Вот, ну и финал. Время у нас кончилось, но финал у нас близок. Значит, я, честно говоря, в таком состоянии тревожного ожидания. Значит, сейчас я через первый узел настрою конфигурацию отказа устойчивого кластера, скопировав туда вот эту кучу адских команд. Поскольку мы с вами не на курсе, поэтому очень кратко, что здесь происходит. Значит, в наш кластер будут входить примитивы. Первый примитив будет выяснять, какой из узлов будет мастер-узлом для DRBD. Соответственно, второй элемент Master Slave как раз указывает параметры, позволяющие этот выбор сделать. Далее, выбрав мастер узел, мы должны на этом мастер узле что сделать? Смонтировать наш с вами раздел, и монтироваться он должен на том узле, который является мастером. Далее, значит, порядок. Сначала нужно, чтобы узел стал мастером, а потом уже монтировался раздел. Ну и наша финальная цель какая? Мы создаем примитив, который будет запускать через systemd наш Linux-контейнер и группируем его с файловой системой. То есть там, где будет смонтирована файловая система, там будет запущен сервер. Если все хорошо, то до конца занятия осталось 30 секунд. То есть я вот эту конфигурацию просто вливаю. Обращаю внимание, что никакого у нас с вами пока что контейнера нет, видите, да? И вот теперь вся эта конфигурация, да, ну, commit в конце что обозначает? Применить, да. Так, ну и смотрите, какая вещь. Практически на лету наш с вами узел поднялся. Команда crm-mon показывает, что теперь у нас не только узлы в онлайне, но и вот такие вот ресурсы, то есть монтирована файловая система на узле 2, да, видите. Телефон можно подключить, он у нас звонит. Звонит, да? Так, а теперь барабанная дробь. Значит, барабанная дробь заключается вот в чем. Я беру и второй узел. Да, ну можно даже интереснее сделать. Ну-ка, если 311 набрать.
Раз, два, три, четыре, пять. И прибиваю второй узел. Шесть, семь. Все сломалось, ничего не работает. Телефонисты сломали телефонию. Срочно позвонить, звонить нечем, потому что все сломано, да? Вот, смотрите, оно уже запустилось на первом узле. Значит, но чудес не бывает. Вот V-сферу мы используем в университете. Я говорил, что это крутая вещь, дорогая, крутая вещь. Там есть так называемый V-motion. То есть, нет, мало того, что V-motion есть, есть еще и режим отказоустойчивости, при котором не происходит перезапуск виртуальных систем. У нас виртуальная система была остановлена и перезапущена, поэтому придется что-то сделать. Трубку положить, перерегистрироваться, да, набрать номер снова и сказать... Что-то пропал ты куда-то, да? Что-то произошло. Вот. Но заметьте, что время простое сколько составляло? Ну, честно говоря, по-моему, меньше минуты оно составляло, мгновенно. Вот. Ну и, соответственно, сейчас у нас узел второй лежит. Я могу его запустить, просто показать, что будет происходить дальше. Если я его запущу, то у меня через какое-то время должен он перейти в какой режим? В онлайн, видите, да? Ну, должен. Смотрим на доску. Должен перейти в режим онлайн. Так. Смотрим. Круто. Прям сам удивляюсь. Смотрите. Наверное, не успею. Не успел. И диск тоже синхронизировался. Но там мало изменений было, поэтому он синхронизировался. Ну, короче, теперь этот опыт можно повторять до бесконечности. Можно прибить первый узел, все перейти на второй. Друзья мои, я все сказал. Спасибо за внимание. Можно задавать вопросы.